of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him sin. Statue in a marble block.
he's in love with the girl that time forgot. She just shakes her ears, she's falling too far with something else. For live betting. Ну начинаем? Что? Да, «Мираж». И это интересно будет посмотреть, потому что я не знаю, я уже не хочу даже никакие предикшены говорить, потому что я просто увидел это на нюке, и вроде Бенчен, ты должны были забирать ее, но
чуточку не хватило. Virtus.pro здесь подключились. Мы уже говорили много, что и одна, и вторая команда. Это Мираж, это классика жанра. Здесь все умеют играть. Поэтому просто посмотрим, просто насладимся игрой. И, я надеюсь, команды, опять же, покажут равную борьбу. И где-то у нас там равный счет будет. Хочу увидеть в этом противостоянии, кто бы там ни начал за защиту или атаку, больше игры защиты на центре карты. Потому что обе команды эту позицию в атаке используют часто. Используют широко, ну, в принципе, как и все. Но при этом есть коллективы, которые, например, любят постоянно приходить под, а, да, готовить там раскид, давать его. Нет, а эти оба коллектива за мидл борются постоянно в атаке, поэтому в защите можно его иногда укреплять. Если это будет, игра уже будет интересной. Так что, друзья, удачного всем просмотра. Статистика по карте, ну, где-то 50 на 50. Да, да, да. В принципе, ничего удивительного. Все... А я... Кстати, хочу напомнить, что у нас в группе ВК постоянные новости киберспорта. Обновляются специально для вас различные голосования, розыгрыши и много всего интересного. Так что вступайте смело. Ну, раз уж ты заговорил о розыгрышах, то я тебе и напомню, что сейчас, прямо сейчас протекает розыгрыш UCC совместно с Aorus. 4 крутые мышки, 4 крутые гарнитуры. Просто пишите восклицательный знак «Халява» в чат, кликайте на ссылку, которая спамит мой бот, и участвуйте, забирайте эти девайсы себе. Конечно, забирайте. Представьте просто себе, вот вы не поучаствуете в этом розыгрыше, и девайс достанется какому-нибудь челу, который попадется против вас в ММ и вас, да, выиграет. А так вы у него мышку своруете, он будет играть на своей Microsoft 1. Вот на шариковый вот какой-нибудь. Да-да. Есть сейчас шариковые мышки, интересно? Ну, такое ощущение, что у тиммейтов, да, есть. Ну ладно, будем фокусироваться пока что на третью заключенную карту. Я напомню, что матч за выход в плей-офф, то есть у ребят по групповой стадии 2-1. Это швейцарская система, и здесь либо до 3 побед, либо до 3 поражений соответственно. И Virtus.pro в атаке начнут. Там Акалишуса дропнули по 250, именно с этим пистолетом он будет открывать для своей команды точку Б, где Плопский стоит как раз-таки ему на шот. Нет, Плопский закрылся, потому что подошла подмога от диска Доплана. И Дракен собирает информацию в центре, он также собирает фраги, есть минус по Миху, и выход-то пошел, а тут Плопский пока отмораживается, и недолго он отмораживался, фраг дал, далее умер, 3 в 3 продолжается раунд, Дракен не успевает никого забрать, а тут уже Снакс прокидывает гранату, тут же падает Фредди Би, и за ним же отправляет еще и Расти, но Расти пока живет, 6 хп, правда. Да. Ну и выйти ему с Кичина уже не светит. Здесь уже шансов никаких у Ancient нет на этот раунд. Ну, два хэдшота. Хотя, с другой стороны, да, это первый раунд, и Юст на руках, но нет, значит, слишком хорош. Тут еще и можно смог забрать, который выпал, наверное. А он не видел. Здрасте. 1-0, Virtus.pro впереди. И Ancient сейчас, скорее всего, форсбай делать не будут. Я вот тоже думал, что не будут, но нет, это форс. Появляется скаут, появляются также пистолеты. Ну и у всех есть арморы. Ну, посмотрим, как это получится сделать. Китов нет, это важный момент. Но, может быть, до дела, до установки бомбы не дойдет. Здесь на контакт выходит Virtus.pro. Посмотри, уже в яме в упоре снэйчи. Это самый лучший вариант того, как можно разыграть раунд против пистолетов. Они будут выходить, но вот они уже начинают выходить, и гранаты только сейчас летят. Это действительно самый правильный способ разыграть антифорс, антиэко раунд. Правда, уже потеряли двоих. Растит, только сейчас погибает. И тут нашивается со всех сторон в смоке. Калишус не может понять, откуда эти выстрелы летят. Тут же теряют еще и Миху. Далее в смок сначала могли забрать, но, конечно же, Дракен получил бы вакба моментально, если бы это случилось. Но вдвоем остались Virtus.pro. Против четверых. Опа. И здесь диска Доплан не читался, не прочитан был он сначи. И еще и тап залетает по Акаришусу. Вот так вот берутся такие форсбаи. Потеряли только одного игрока. И что будет? Причем Расти успел дать фраг. Там достаточно много внимания к себе привлечь. То есть потеряли они его в обмен на, по сути, взятие раунда. Расти очень качественно свою позицию реализовал. И я тут такой говорю, это лучший способ разыграть раунд. Они все умирают. И зрители такие, какой худший, интересно. Репорт. Отвечает форс на форс. Virtus.pro, конечно же, такой ситуации. У них там по 1400 голды было, поэтому, ну, здесь экономить смысла никакого не было. И посмотрим. Также есть теперь у скаута, у снэча. Покажет ли он такие же вакшоты, как показал нам Дракен, или нет? Ну, там был контакт у снэча с Плопски. Плопски остается красным, но то же самое можно сказать, в принципе, и про снэчи. Было попадание по Фредди Би, но Фредди Би в целом может продолжать борьбу. Фредди Би находит Снакса, и вот уже в большинстве команда Ancient. Ну и пока что они захалдились. Сейчас ищут еще какие-то возможные варианты. Фраги, скаут есть, диглы позволяют. Но у Ancient такие позиции, что будет тяжело их перестреливать. Они очень быстро друг друга хилпуют. Играют по парам. И поэтому тут Акалишус что хочет? Флешку какую-то фишечную? Нет, смог, скорее всего. Флешку отсюда было бы проблематично Коннектор, дать. Я так понимаю, смог летит.
Но распределяются Ancient достаточно дефолтно. Они отпустили центр, понимая, что там сейчас будут пистолеты, ворошиться, не нужно терять девайсы, лучше сыграть закрыто. Кстати, Фредди Би, видимо, передумал и выглянет сейчас на прицел к сопернику. Есть попадание от Дракена, Фредди Би находит минус. Пока лишь удали, есть контакт со Сначи. Сначи 38 хп, открывается Миху. Было попадание по сопернику, но вот он фраг. И тут же еще добрать Дракена пытается, но Дракен перестреливает с дигла соперника. И остается последний Сначи, которого Дракен закрыть не сумел, но Расти ответил. Но потерял Дракен девайс, вроде бы также потерял свое оружие, но у Дракена там только лишь скаут был, и невелика потеря. Здесь можно Плопски ему, может, и АВП дропнуть, в теории, на этот раунд. В теории может, но... Да, Virtus Pro сейчас будет экономически, да, против Фэка Ancient. Дракен побегает с маком, а вот потом можно будет, если что, его и дропнуть. Да, подфармить бы сейчас не мешало Дракену, его экономика... Не так хороша, как хотелось бы. И он побежал фармить под Б, а тут на А будет выход. И причем встречать-то его будет только Расти. Сейчас с ним подтянется уже Фредди Би, но тем не менее установку бомбы вполне вероятно смогут Virtus Pro себе организовать. Пошел десант, первого забрали, второго забрал также Фредди Би. Есть еще и информация по Снаксу, которого хоронит, как и Миху. Остается только Веги. У него 16 хп. Хае полетело. Веги, прощай. Да. Но бомбу поставить не получилось. Не продавили игрока на тикете. И, конечно же, он там просто не позволил этого сделать. 3-1. Закуп от Virtus Pro. Свичнул ли Дракен свой девайс? Да, берет себе снайперскую винтовку. И это уже интересно. Что сейчас Virtus Pro на этом девайсном нам покажут? У них нет АВП. У них 5 калашей. Ну, на Мираже в атаке это не всегда настолько необходимо. В зависимости, конечно же, от плана на раунд. Сейчас, видимо, выдвигается на центр парочка. И вот оно, противостояние на центре, которое я и просил. На первом же, по сути, девайсном раунде оно было. Но дискодоп он понял, что лучше отходить. Дракена, тем более, закрыли смоком. И здесь действовать одному было бы абсолютно бессмысленно. Но вот этот глубокий смок не дает и Virtus Pro выйти. Да, смок Астралис сейчас. Virtus Pro думает, что мало ли поджал кто мидл. Но Дракен может погибнуть под Снакса. Подставляется, получает по голове, но живет. И здесь еще дискодоп он погибает. Да, тут Снак жестко настрелял по доплану. Дракен пока может, конечно, удерживать свое направление. Даже, может быть, заберет Снакса чуть позднее. Там зависит от того, как Снакс решит сыграть. Пытается, тут Снакс открывается. И все-таки Дракен дождался. Перестрелял, ну, в этой позиции. Тут же меняет свою точку. И побежит уже работать, наверное, по тикет. Куда будут смещаться Virtus Pro? У них минута времени на таймере. И пора бы уже определиться, куда вы хотите выйти. Тут Миху пока что чекает шорт. Ой, как же здесь Плопски стоит хитро. Если он словит тайминг, да, он его ловит. А Калишиус был без прикрытия. Но игрока в упоре, похоже, Плопски не видел. Его под него может Миху тут уже разменяться. Плопски сегодня довольно нервно, на самом деле, играет. Так вот, по его действиям часто видно, что он где-то концентрацию теряет. Вот сейчас его мог Миху разменять. Миху, услышав эти шаги, подумал, ну, он точно там не один раз, что он так смело играет. Да. Ну и пока что 30 секунд на таймере. Virtus Pro, похоже, собирается выходить в коннектор. Там игрок стоит на сэндвиче. И вот прочекает ли его Веги? Ну, под размен уж точно должны будут забрать. Он, кстати, смотрит не в том направлении, поэтому выход на КТ здесь никто не ожидал. Открывается Расти очень вовремя. Тут же Фредди Би уничтожает Веги. Последний Миху 1 в 4. И находится он слишком далеко от бомбы, чтобы он имел хоть какое-то значение. Забрать Плопски получается, забирает. Но на одном ХП он уже никуда не придет. Ну и будет сейвить только свой калашников. Я думаю, за ним никто здесь выезжать не станет на таких последних секундах. Да, как же круто хелпуют друг другу игроки команды Ancient. Постоянно подключение с одной и со второй позиции. Ну и по итогу просто уверенный раунд. Бомба не ставилась, и Virtus Pro сейчас закупиться не смогут. Один лишь девайс засейвил Миху. Придется отталкиваться от этого девайса. Просто они могли бы закупиться. И это было бы неудивительно, потому что некоторые коллективы пытаются вот таким образом выровнять экономику. Но я тоже нахожу это не самым логичным решением. Хотя, с другой стороны, вот бай чисто в один девайс тоже в свое время исповедовался очень многими командами. И реально он работает, ну, время от времени. Взрывают тем временем Акалишиуса. И с ковров пока открыться команде Virtus Pro не удается. На самом деле десант на голову Расти ожидается просто жесточайший. Да, там три смока есть, но проблема-то в том, что все три игрока находятся в коврах. И оттуда раскидать смоки не получится. Так, Снаксу досталось. 47 хп, уже 0. Ну вот оно, звено с ковров, которое должно быть ударить. А, Калишиус, ты посмотри, просто на шифте спускается. Да-да-да, и Расти сейчас подставится под него совершенно точно, потому что не ожидает игрока в упоре, но за счет стрельбы своей выручает его калашников. Жестко. Тут просто Веги спокойно спускается, забирает Расти. Но два, уже один в четыре остается просто Сначи. Ну и далее его дни сочтены. Его добирает Дракен, потеря одного калаша, да, в принципе-то и не важна. Это 5-1 сейчас будут закупаться Virtus Pro.
Но пока раунды их в атаке не работают. Я не знаю, что им тут посоветовать. Снайпера, скорее всего, не будет. Либо АВП будет с первым армором, да, значит, себе приобретает. Ну, может быть, какой-то через дефолт поиграть, через мидл, о чем ты говорил. Но, видишь, кидает очень часто смок Астралис, да. Ancient, и это, конечно, мешает. Ну, возможно, нужно рискнуть, а возможно, нужно быть готовым к подобному развитию событий. Выпрыгивает Калишес, реально решили рискнуть. Но флешка была не самая успешная. Диско, доплан забирает двоих. Еще и прикрытие Дракина имеется, правда, коннектор. Почему-то, точнее, андеграунд никто не контролировал. Снакс выходит, дает минус. И тем самым может еще найти одного игрока. Прилетает зажигательная под нее. Фредди Би, естественно, играет забирать. Снакса хотел. Но Снакс на 28 хп выжил. Взлетает. Нет, не взлетает на воздух. Эшка чуточку не туда прилетает. И ситуация-то равная по игрокам, если не учитывать тот момент, что у Снакса всего лишь 18 хп. Скавров уже готов выходить там тиммейт. Плюс есть с ямы также Сначи. И будут сейчас зажимать А-сайт. А там на тикете играет Расти. То есть его так просто не пройти. Если каким-то только хедшотом там лютым его не снести. Он играет на инфу. Ну... Плюс на выбивание бомбы в момент остановки, если его смоком не закроют, и как мы видим, смока-то нет. Но пока хелпы не будет быстрой, то есть ближайший игрок Плопски находится на сити, но он боится, что джангл под контролем, поэтому не сможет никак быстро хелпануть. Вот теперь перетягивается на сити, и уже вдвоем с тикета это более чем уверенное, возможно, звено будет у Эншин. Но вот с другой стороны посмотрим, значит, должен быть готов, и он должен попросить пару тиммейтов, а еще и сам фейкует, байтит, и Расти должен открыться в идеальном тайминге, тайминг лучший, минус Сначи, и Расти может далее закрываться, флешку прокидывает, можно байтить, он знает, что за искрой теперь бомба будет ставиться. Он ждет хелпы от тиммейтов, тиммейт подходит, хаешка неплохая сейчас под ноги Веги, но он успел ее замансовать. Снакс в джангле, вот это ключевая сейчас позиция, все три игрока идут в сити, но вырубает очень жестко Веги, теперь Снакс уже не успевает обойти. Ну, бомба стоит под него, он может с коннектора сейчас сыграть и забрать. Да, даже всех трех игроков. Зажигательно есть. Да. О, Авик. И если Зига открыться, бомба-то пока не дефится. О, Авик. Ушел. То же самое сказал сейчас Снакс, убегая на свой сейв. О, Авик. Побегу-ка я его засейвить. 6-1. Ancient не дают пока шансов вообще Virtus.pro. Потеряли только два девайса в этом раунде. Но шанс есть всегда. Конечно. Как там команда называется, где шанс есть всегда? Шанс есть всегда. Ну, а аббревиатура? Шеф. А, шеф, да. Это команда просто. Атола, если чтобы знали. Вообще это распространенный тег, знаешь, как динозавр. Так что нет, просто мы играем под этим тегом. Так, АВП 4 калаша, Virtus.pro. В распоряжении Сначи пробегает. И вот в упоре может здесь быть и не... Готов, Пловский, но какие хаешки съедает, значит, 23 хп, еще и зажигательное, все, выгнали вообще его с этой позиции. Спасибо, что живой, 9 потому хп. Что тут он реально мог умереть от этой зажигательной. Вот что теперь делать Virtus.pro? То есть была надежда какая-то, что Снэч сейчас скроет точку Б, планировалось это по крайней мере так, но этого не произошло. А что по раскиду? Есть, ну, раскид-то присутствует, можно и Б-сайт раскинуть, тут смог в окно от Веги. Ну, быстро реализовать Авик не удалось. С другой стороны, теперь можно поиграть от калаши. Авик уже будет чисто на подмоге действовать. А, если что, выйдет там на репик. Если что, накинет, может быть, флешку, смоук, молик для тиммейтов. Открытие тем временем идет от Миху. Фредди Би может поймать не лучший таймик, но сегодня он настолько хорош, да, что в это не верится. Вот он всегда ловит идеальные тайминги. Я еще ни разу не видел, чтобы Фредди где-то с таймингом ошибся. Что-то но знаешь. В коннектор заходят три игрока. И уже один, посмотри, по лавке идет буквально на тикет. Вот сейчас Фредди открывается идеально по таймингу. Бомба. Как он выбил странно. Именно бомбу. Но вот в упоре читается ли под тикетом игрок? Да, Расти специально встал так, чтобы его было не было видно. Вот Фредди Би здесь, наверное, в дистанте своем погорячился. В итоге ситуация 3 в 4. Дракен прикрывает за джангла, забирает первого. Тут же размена Снекса. Но тут со спины уже с коннектора жмет Лобский. Игрок есть на тикете. Сначи погибнет. Сначи точно умрет, а дальше Снакса можно будет не отпустить. Просто... Ой-ой-ой, Пловский. Да. Еще и в смог додавил соперника. Авик сейвит, может быть, даже и второй подберут. Хотя, ну, просто Пловский под Б иногда играл ранее с АВП. Но нет, не будут второй Авик сейвить. Ну, для чего? Хотя 2 АВП, в принципе, это круто на Мираже. Это смотрится очень сильно. Но это берется, как правило, когда уже какие-то проблемы возникают в обороне, когда ты... не получается у тебя играть с автоматическими девайсами. Ну, либо когда ты знаешь, что соперник жестко контрит А и мидл, и тебе нужно под Б оставлять только одного игрока. Поэтому, ну, сейчас это неплохо получается и, скажем так, стандартным сетапом. Поэтому решили не менять. И что, раскидка от Virtus.pro по точку А, но на мидле вообще никаких напрягов нет.
И поэтому сейчас Ancient готовы где-то к этому муву. Конечно, подмога будет просто молниеносной. И сдержать точку А, ну не факт, что они смогут, но вот выбить ее будет намного проще, заняв заранее комфортные позиции. Полетел Молик от Расти, там сильно пострадал уже Снакс, Хаи отправляется, но... Сгорает! Какой-то Снакс действительно сгорает, он запрыгивает в этот Молик от Расти, тут же есть минус от Фредди Би. Они еще пока даже не видели никого, Калишес туда же падает и просто... Вслепую нашивает туда Расти, без вариантов. Да, бесконтактный бой, он существует. Запрыгнул там на голову, конечно, с начеса ВП, может фраг дать по игроку в джангле. Дискодоплан не понимает, говорит, ну что это, возможно, еще точка Б? А бомба-то уже валяется в дефолте. Почему так просто? Да, может быть, они и не хотели туда идти. Но тут просто во многих моментах реально не повезло Virtus.pro. Но вот нашивает Расти в смог и залетает прям в голову. Камон! Да, есть, конечно, минус по Фредди Би, остановили его. Как круто было сыграно, то есть пошел раскид, прилетает зажигательная, значит, на ковры, они ее тушат смоком, и здесь Расти с тикета бросает еще молик вниз, когда игрок падает. И он такой падает со смока и падает прямо в пламя, разгоревшись. Да, при том уже будучи битым, да. и не уйти никуда. Это жестко было. Просто как в Майнкрафте в лаву запрыгнул. Ну, наподобие. 8-1. И пистолеты сейчас у Virtus.pro. Попытка теперь пойти по точку Б. Настолько читаемые все атаки Virtus.pro, я не знаю. Но не получилось на А, давай попробуем на Б. Вот это примерно сейчас вот так выглядит. One way smoke, в ответ Плопский откидывает свой. Занимает позицию в упоре. Выгнать его отсюда молотом не получится, потому что он в смоке стоит. Да, но если подождут, можно будет потом его закрыть. Позиция слишком дефолтная. Хотя он, вероятно, успеет еще и уйти. Да, он спокойно отходит. И выход на него. Ой, Плопский, видели его. Его задавят толпой. Его должны задавить толпой. Есть, конечно, минус от Веги. Но пока слишком сложно далее размены давать. Есть минус от Дракена. Фредди Би далее в сайте продолжает бороться. А количество принять не смог. Далее префайр должен быть на Фредди Би. Уничтожает его. Кончаются патроны. Дракен приходит на подмогу. Последний Сначи. 1 в 3. Первого забрал, на второго успевает перевестись. Подбирает АК-47. Есть игрок на зигзаге. По нему есть информация у Сначи. Но Дракен просто никого никуда не пропустит. Да ладно, Сначи, думаешь, соперник на Эдварде. Оттуда выходит. Никто и не выйдет. Да, Фредди, конечно, как на скейтборде сейчас катался на этой позиции в дефолте. Но по итогу только один фраг смог дать. Но как же круто Ancient читают. Ну, я говорю, Virtus.pro читается. Ты посмотри, сколько их человек принимало. Конечно. Плопский в апартаментах. Фредди Би подсаженный на точке. Игрок в шарте и игрок с кичена. 4 игрока принимало их сейчас на Б-сайте. Все прекрасно знали. Но по-прежнему есть девайсы у Virtus.pro. Раундов нет, но девайсы есть. Очередной контроль центра от Ancient. Очередной энтрифраг в смоки. Фредди Би уничтожает Сначи. А дальше на центр не смогли выйти Virtus.pro. Да вот, правда, сам подставился дискодоплан. Но в ответ 2 фрага дали. Поэтому все равно преимущество у Ancient сейчас. И что делать Virtus.pro? Как им бороться? Они никакую позицию вообще для себя не могут выиграть. На мидле раз за разом получают люлей. Перетяжка сейчас под яму. Но опять там несколько человек их принимает. Готовится выход на А. Тут 2 игрока. Да, может быть, Фредди Би окажется не в позиции в момент выхода соперника, но мы видели приемки от Расти просто невероятно успешные. Так что пару фрагов он вполне вероятно сможет обеспечить. Расти пропустил игрока в дефолт, и он не читается. Да, забрал его, далее десант, и Калишес выходит на размен, но Расти просто невероятен. Здрасте, говорит еще и Фредди Би, и это 10-1. Здрасте, говорит вам Расти. 10-1 счет становится, денег снова нет у некоторых игроков. И что, пора паузу взять какую-то для Virtus.pro? Ой, что бы ты посоветовал Virtus.pro, если бы ты был Кубан? Не спрашивай. Ну да, в голову приходит только плохое, наверное. Мы просто, я не единственный, кто считает, что держаться за польский состав организации не всегда есть необходимость. Но, с другой стороны, мы с тобой не большие акулы бизнеса. Да, мы не знаем всей задумки этого гениального плана. Конечно. Так что, возможно, как раз-таки Virtus.pro — это будущие чемпионы, о которых потом мы будем говорить и вспоминать. С улыбкой. Говорит, помнишь? А помнишь, когда-то... Пистолетку взяли и больше ничего на мираже. Да, были времена. А сейчас они чемпионы мейджора. Такое часто происходит. Чуточку мотивации ребятам. Да, вспомните, например, команду Gambit, прежде чем они выиграли мажор. Ну, они, да. они на ИСИ были где-то внизу таблицы, там пятыми что ли снизу, они никого не могли выиграть. Они проигрывали различные онлайн-турниры. И когда они приехали на мажор, они тоже были где-то внизу среди претендентов на победу. А в итоге они и Immortals попали в финал. Так самое интересное, что я-то на самом деле тоже этого не мог тогда еще предсказать. То есть они играют там с Astralis, я думаю, ну сейчас проиграют, выиграли.
Думаю, ну Immortals точно проиграет. Выиграли. И понимаешь, вот так вот просто удивляли. В итоге чемпионы мажора. Да, так что, ну, Virtus.pro, их нельзя хоронить. Но вот по-прежнему, сколько лет уже, ну, точнее, с золотым составом еще все понятно было, почему под тегом Virtus.pro все это происходит. И, но вот когда они начали делать массовые замены, тогда уже грустно стало. Но действительно, может быть, мы не знаем всех подводных камней каких-то. Ну что, Virtus.pro, покажите нам игру чемпионов мажора. Так, ну пока Плопский показывает, как наказывать Снакса за попытку занятия Б дома. Откидывается тут же смоком. Ну а там выход пошел на контакт от команды Virtus.pro. Его точно не ждут Ancient и Расти. На этот раз чекнули, к нему-то готовы. Один раз, раза четыре он, по-моему, с этой позиции уже играл. Его забрали, тут же Фредди Би. Есть размен. Размен пока Калишу судать не сумел, но оставил того красному. Снакса тоже слишком мало здоровья для продолжения борьбы. А как Калишу здесь ставить бомбу? Непонятно. Дискодопл на тикете, как только он уставит, услышит эту установку бомбы. Там два игрока красных, какой-то спрей в смоки. И это фраг. Вот он и спрей в смоки. И минус два. Два фрага. Миху остается один в два. Но Миху может. Да, и информация вроде бы по обоим игрокам Ancient сейчас у Миху присутствует. Торопиться некуда, Ancient там, им нужно, во-первых, начекать, где сам Миху сейчас. Да, он мог вполне с Б идти, и они должны это понимать. Миху, в свою очередь, идет пока за бомбой, видит Плопский забрать его, смог, ох, Миху, минус два, берет важнейший клатч. Дискодоп он прямо на прицел вышел и тут же был наказан за это. Ну, красиво, конечно. Не получилось тут вдвоем выйти на него. Сначала вышел в итоге первый, а потом уже второй. Ну вот и раунд для Virtus.pro, помимо пистолетного. Да, Ancient пытались, кстати говоря, очень на верочку сыграть. И тут к ним претензий вообще никаких. Миху просто хороший тайминг и хорошую позицию занял. Но второй раунд, как же этого мало. Ну если возьмут 5, этого тоже будет мало. Тем не менее, это уже будет хоть что-то. Вандер спускается втроем. Ребята из Virtus.pro. И будут, наверное, какой-то буст планировать в окно. Интересно, там смок от Снача лег. Он просто на руку Плопский. Плопский пришлось немножечко подождать. И он просто кинул свой смок, по сути, на ту же позицию. Понимая, что в данный момент атаки здесь ждать не приходится. И это позволяет бороться уже за подходы к точке А. Здесь есть в апдауне дискодоплан, который, вероятно, Снакса должен будет найти чуть там позднее. Там игрок в ладере есть, и он сейчас заберет. Вот да. Все, есть минус по Снаксу. Калишес тоже отправился к праотцам. Втроем остались Virtus.pro. Есть, конечно, минус по Дракину. И точно они должны ожидать Расти. У него только две позиции. Он сейчас занял одну из них, но на него бочком аккуратненько выходил Веги. Правда, погибает тут же Фредди Би и Плопский. Дискодоплан, Расти вдвоем. По ним есть информация по обоим, но дискодоплана не чекает просто Сначи. Хотя дискодоплан отсюда же убивал Снакса. Да, это очень странный момент. И бомба-то рухнула. Сейчас основа Миху остался. Ну что, второй клатч 1 в 2. А может, потому что идет он в апдаун. И оттуда он реально может сейчас обоих забрать. Да. Миху первого забрал, а на второго не стал выходить. Хотя вот теперь он осознал, что там дискодоплан где-то недалеко был. Миху дальше действует. Но здесь уже преимущество у дискодоплана в такой ситуации. Здесь Миху зря полез в это окошечко. 11-2, Миху второй такой раунд не смог подтащить, хотя был близок. Но опять же, дискодоплан, по нему вся инфа была, но и первый не проверил игрок, и Миху сейчас после первого фрага мог его проверить, но убежал. Очень странный мув. Ну, опять же, возможно, информация дается не в полном размере. Ну, опять же, ты понимаешь, что вообще-то игрок, когда дает фраг, он должен, наверное, сменить свою позицию. Ну, как и правило. Это тоже, да. И тут, наверное, угадать, что он останется там, очень сложно. На руках 4 пистолета, 1 калашников сейчас у Веги. И попытка раскидать точку Б. И выйти на А. Вот что тоже интересно. Там в очередной раз все наше мое внимание, по крайней мере, будет приковано именно к Расти. Потому что Дракен с Авиком мало что сможет сделать. Фредди Би точно должны закрыть смоком. И, по сути, только от Расти все будет зависеть. Тут Снакса, может быть, даже в смок заберут. Любят шведы в смок пострелять. Но что, Расти? Два в коврах. Первого забрал второго. Ой-ой-ой, как же Веги вовремя разменялся. Правда, на одном ХП. Что ты будешь делать? Как они эти фраги через смоки делают? Изящно. Нет, ну просто ты понимаешь, он такой убегает на точку А хелповать и думает, дай-ка я стрельну в смок. Чпуньк. А там фраг. И сколько уже этих фрагов в смоки было сделано? А если вспомнить еще... Драки на нуке. А еще вспомнить тот хайлайт от Фредди Бита, когда он... Против кого они там играли? Он троих убил через смоки с АВП. Вроде против Форзы. Да-да-да, против Форзы точно. Это, конечно, жестко. Да, тогда было очень жалко команду из России, потому что такое видеть, конечно, от Фредди Би просто
жутко. Но готовится раунд по точке Б от Virtus.pro. Три игрока уже приготовили свой раскид. В принципе, на мидл будет выходить Сначи, вероятно. А может, он просто занимается контролем данной позиции. Ну и с пинетом Акалишес на Т-респе. Снакс пока байтит раскид, контр-граната защиты на себя. Но укрепление Б от Ancient. Virtus.pro читается просто как азбука. Это я с тобой полностью согласен. Три человека готовы уже здесь их принимать. Если что, очень быстро там окажется еще и Фредди Би, потому что он в окне находится. Но они перетягиваются в Вандер. Вот это уже интересно. Да, и десант, Снакс не справляется с Фредди Би. Далее размен от Сначи должен последовать. Но Фредди Би уже аккуратненько отсюда улизнул. И вопрос, это сплит точки Б. И будут ли какие-то перетяжки от Эншин? По-прежнему там два игрока, и очень быстро подойдет Дракен. Сначи должен погибать сейчас от Фредди, но он ушел обратно за смок. И да, теперь в опасности игроки точки Б. Не чекают вообще ничего. Посмотри, по шарту информации никакой нет. Плопский просто сидит на морозе, смотрит. Диско Доплан. Это минус Доплан. И минус Плопский. Да, это, конечно, сейчас очень странный мув от них был. Дракен имеет возможность разменяться. Забирает Миху. Задолжил флешку. Ну, тут ретейк, кстати, непростой. Да, есть игрок Зига, даже второй туда, возможно, подойдет, потому что там непонятно, чем занимается Расти, пропрыгивает. Да, смог, но время теряют. Дракен падает все-таки, значит, немного его не добил, но все же потом перевелся. Не втроем остались Virtus.pro против двух игроков Ancient. Просто сдержать пуш Зига они, скорее всего, смогут. Но они тоже, никто не смотрит шорт вообще. Ну, вот сейчас хорошо. Ой-ой-ой. По таймингу Веги открывается, в итоге два фрага. От него по Расти и Фредди Би, соответственно, 12-3. Да, конечно, где-то сейчас, возможно, они смогли и получше сыграть в этом раунде, но они набрали 12 раундов в защите. Сколько еще? Где больше-то? Зачем? Если бы они в пятером пошли мидл пушить, и там все умерли бы, и то можно было бы сказать, ну, нормально. Они 12 набрали в защите. Да, очень уверенная игра на карте Демираж. Сейчас перейдут в атаку. Я не знаю, что будет у Virtus.pro, какая будет защита. Тут просто молиться нужно фанатам, чтобы они как-то зацепились за этот матч, за это BO3. Но опять же, это матч не на вылет. Еще шансы у Virtus.pro будут попасть в плей-офф. Но мы не будем их раньше времени хоронить. И увидим это после небольшой рекламной паузы. For live betting. Четыре раунда остается команде Ancient до плей-оффа. Вот так вот все для них может стать внезапно просто. В свою очередь Virtus.pro нужно брать целых 13. Да. Поднять щиты за Virtus.pro, дорогие друзья. Сейчас им нужна ваша поддержка. Мы хотим увидеть допы, мы хотим увидеть равную борьбу. Какую-то борьбу хотя бы от Virtus.pro на этой карте. Ну, ты обобщаешь, не мы, наверное, ты. Потому что сегодняшний Virtus.pro мне не к лицу. Но, да, наверное, но все-таки неохота вот так третью карту смотреть в салат. Для чего, салат был, для чего был этот нюк тогда в таком случае? Посмотрим. Есть, кстати говоря, две хаи у Virtus.pro. Это значит только одно. У них есть хитрый план. Правда, эти хаи никак не могут принять сейчас точку А, на которую выход уже пошел от шведской команды. И там, конечно, Дракен в Андре может быть убит тем же Миху, но... Флешки нет сейчас, чтобы запустить игроков на сити. Они занимают позицию джангла. Расти ставит бомбу. Да, конечно, потеряли диско допла, но не проблема, потому что бомба установлена. И позиции хорошие сейчас заняли игроки команды Ancient. Но вот, правда, Фредди Би очень глубоко пошел, не смог его наказать за это Миху. Хая полетела, и вот тут уже Фредди Би будет непонятно. И остались 5 в 4. Virtus.pro на ретейке. Тут был контакт у Акалишиуса, 58 хп. Ну, дойдут до бомбы, есть, кстати, смок. Можно же в этот смок сесть, попробовать раздефать, но нужно дать достаточное количество фрагов. Все перестрелки почему-то в соло, ребята, из Ancient. И такие, конечно, перестрелки выигрываются спокойно Virtus.pro. Они идут вместе. Ну, странный розыгрыш от Ancient. Бомба ставилась, фрагов дать большое количество не получилось. Скорее всего, бая мы не увидим. Хотя, с другой стороны, учитывая счет, Ancient могут и закупиться. В прошлом раунде как будто бы не было четкой команды какой-то у команды Ancient. То есть они вышли, точка, в принципе, наша. Давайте поставим бомбу. Поставили, а вот в дальнейшем они не сориентировались, сыграли действительно в соло-гейминг. Тут Ancient делают экономический раунд, но при двух арморах куча индефолтных пистолетов, да еще и смог, две флешки есть у Фредди Би. Да, и здесь крокодилы с Наксом. И под точку Б отправляются ребята на Калишуса, которого, кстати, МК вообще без раскида. И он соло на Б.
Но перетяжка Вандер втроем. Вот здесь уже Веджи работает с Фамаса, и Миху также находится в позиции окна. Так, минус от Веги, еще один от Снатчи. Но есть размен от Миху. Миху разбирается с двумя игроками. Последний дискодоплан также падает пода. И это 12-5. 7 раундов try. Разницы. Nice try от Ancient. Деньги появляются. Ну что, прямо здесь и сейчас Ancient начнут брать раунды? Или все-таки камбэк от Virtus.pro будет? Ну... На самом деле я верю в камбэк от Virtus.pro, если честно. В данных реалиях он более чем возможен. Ancient еще далеко, даже не на маппоинтах. То есть, и у Virtus.pro есть деньги, у них есть авик. Да тот же Snax XM выглядит крайне опасно. Летает зажигательная сейчас в коннектор. Сгоняет туда. Значит, под нее дальше начал пушить. И становится легким энтри-фрагом для Rusty сейчас. И шансы-то увеличиваются, значит, на взятие этого раунда. Хотел сыграть неординарно, интересно. Не получилось. Тем временем попадание по ногам Дракена. А там Плопский пропустил игрока. Пропустил игрока в спину. Ха! Снакс. Такой скример. Да, Плопский напугал сейчас, наверное. И паритет по игрокам восстановлен. Плюс еще Дракен пострадал по ХП от Плопски в том числе. Вот постепенно продвигается он через коннектор. Важно будет ему забрать именно Веги. Далее с Акалишесом уже тиммейты справятся. Если Веги не заберет, если Веги сможет дать фраг по Дракену, то комфортная приемка для Virtus.pro будет практически 100% организована. Возможно, сейчас тиммейты раскидают смоки на джангл, и Веги просто закроется смоком. Скадоплан чекает позицию Раси, нужно проверять, и они проверяют ее. Да, Дракен выцеливает Веги, не успел по нему попасть, далее Веги карает соперника и начал топить по Расти, не получилось его забрать, Снакс последний, он на КТ, его ждет дискодоплан, Снакс заглянет к нему на огонек, забрать его не успел, это 13-й для Ancient. 13-5, первый же девайсный Ancient свою копилочку опускают, и денег-то у Virtus.pro, посмотри, вообще практически нет, 5300 есть у Снакса, но остальных-то даже на ганы не хватает. И Снакс берет авик. И что будут делать его тиммейты? Это бай через одно ВП от Снакса. Окей, погнали. Видимо, да. И без армора, и без гранат. И даже у тиммейтов нет ни дефолтных пистолетов, чтобы, если что, где-то посильную помощь оказывать, промахиваться. Тем временем Дракен. Выход от Расти на центр карты, где Снатчи пока закрыт смоком на старте. Ну и в целом эту позицию он, конечно, может держать под своим контролем. Но что делать, если соперник выйдет на одну из точек? Непонятно, но тут укрепление, посмотри, очень серьезное возле коннектора, 4 игрока, все 5 игроков находятся вместе, то есть они очень быстро окажутся на любой точке. И здесь, ну здесь, конечно, первые нужны фраги от Снакса. Либо уходить потом на сейф, это авика, и тиммейтов использовать как живой щит, для того, чтобы этот авик все-таки перенесся в следующий раунд. Посмотрим. Раскидывать будут эншенты. Пошли вот граната на точку А. Авик здесь абсолютно недеспособен остается. Ему себя реализовать просто нереально. Он, конечно, стягивается на КТ и, может быть, даже оттуда откроется. Но, скорее всего, это может привести к его смерти. Там на тикете работает Акалиш. Со всех раз смока нет на КТ, кстати говоря. Это шанс на самом деле. Да, смок-то есть, но и они его туда не дают. В итоге есть минус по Снакшу, отвечает Веги с USP. Далее открывается Плопский на коннекторе, закрывает игрока. Сначала может, конечно, смок постараться кого-то забрать, но смок-то вот-вот развеется. Раз есть минус по Калишу, Савик не реализован. Остается один лишь Миху подобрать ВП и постараться с ним уйти. Но он понимает, что уйти ему, вероятно, не дадут. Выцеливает этот дым, и из него никто не показался. Миху старается унести отсюда снайперскую винтовку. Но ему больше ничего не остается делать, потому что против четверых идти на ретейк нереально. Забирает сейчас Раз. Дальше, наверное, уже отстреливать нужно, оставлять. Да, оставлять его с авиком в этой ситуации нельзя. Вы уже двоих потеряли, и нужно сделать так, чтобы это было не просто так. Дракен, дуэль с Миху. Дракен сам выходит на эту дуэль и сам же становится жертвой Миху. Ну а дальше дискодоплан. Пойдет ли? Можно дождаться Плопски. Тот накинет ему флешку. Можно накинуть еще сюда и молик. Но, кстати говоря, Миху уже трипл килл. И будет ли квадра? Будет ли квадра? Не будет. Странно, что не услышал Плопский, видимо, какие-то... Бомба. Какая-то инфа, бомба, да, в ТС и так далее. Но по итогу-то Миху сейчас троих убил в этом раунде. И куча девайсов выбил из Ancient. Virtus.pro сейчас будут закупаться. Все комфортно, кроме Снакса, в том числе. Но и Миху играет CMP. 14-5, два раунда для Ancient сейчас. И что, выход на контакт от Плопский? Но нет, здесь зажигательная... Подходит в упор. Калишу. За спину получает гранату. Плопский энтрифраг. Просто на ноге побежал вот так вот погибнуть. И тут же полетели смоки. Выход. Вот сейчас Нечи может похоронить здесь только.
игроков команды Ancient. Конечно, Value нереальный влил в этот раунд. Фредди Би уже бежит устанавливать бомбу. И 4 в 4. На ретейк будут действовать Virtus.pro. Посмотрим, какие на этот раз Ancient позиции займут на оборону этой самой бомбы. Уходит в яму один Фредди Би. На сэндвиче есть игрок, на тетрисе есть игрок, в коврах есть игрок, кстати, который найдет сейчас Начи. Начи перестреливает диска Доплана. Да. И еще со спины Начи забирает Фредди Би. Ну, вот это, конечно, очень больно. Ну и все, спалился Дракен. Тут, конечно, Плопский разменялся, но он красный был, его легко забрали. И знает Дракен, что в спине есть Начи. Да, Начи сейчас выйдет, заберет Дракена просто легче. Ой-ой-ой-ой-ой, как же тут Дракен разваливает. И времени-то нет у Миху, он, конечно, забирает соперника, забирает этот АК, но раунд-то проигран. Дракен, как он затащил этот раунд? Конечно, смог в яме зарешал, Начи побоялся него пушить изначально, и просто потом Дракен там по стрельбе по трейсерам сработал. 15-5, и это 10 матч-поинтов для Ancient. Тут, конечно, Дракен разыграл... По-царски. Круто. Но не было китов у Virtus.pro, опять же. Были. А, были, да? Были. Там даже с китами не успевал раздефьюзить. Да. Ну, там времени, возможно, было впритык, но ему еще до бомбы нужно было добежать. Расти, открытие и энтрифраг есть, а может быть даже и два. В блайнде остался, успел отойти. И пошел его пушить, и Калишес, даже понимая, что может быть здесь не один Расти, и с ним справляется, выводя свою команду в подавляющее большинство 5 в 3. Расти, конечно, забайтил здесь стрельбой, но в итоге открывается Снач, и может Фредди Би перестреливать. Да, это он делает, забирает себе девайс поинтереснее. И чуть-чуть восстановил он паритет по игрокам. Плопский проходит по точку Б, но Снакс здесь такая позиция хитрая, что Плопский, скорее всего, его не зачитает. Снакс закрывает Плопский, далее в прыжке. Доплана начекал, смог прокинул, дискодоплан десантируется, так. Все так же на Снакса. Идеальные тайминги, и вот именно в этот момент дискодоплан падать начал, когда Снакс вышел на него. И здесь уже по одному Ancient сыграли, тут уже чувствуется, что ребята, ну, где-то, наверное, верят, уверены в своей победе и пытаются уже тут до конца доиграть, как нравится. Но при этом атаковать они, судя по всему, будут под А. Здесь возможен буст. Кстати говоря, буст-то очень интересный, потому что его никто не смотрит. Его смотрит Миху. Ну, успевает пройти в джангл. Кстати, Миху просто в один момент перестал смотреть эту позицию и погиб в спину. А это уже 2 в 2. И да, конечно, есть понимание, что в джангле есть парень, что, возможно, это все же точка А, но тут да. Все будет зависеть от действий Снатча. Но тикета 100% проверят. Это прям гадалки не ходи, потому что ну, тут должен быть игрок атаки, о, защиты. Да, можно даже это сделать под флешку. Дракен может накинуть светошумовую гранату, под которую Расти чекнет. Там было попадание по Расти, Расти падает. Дракен остается 1 в 2. 20 секунд на таймере, он знает, что Снатча работает с КТ. Забрать его не смог. Времени очень мало, 15 секунд. Снатча пока закрывается, ждет действий от Снакса. Снакс прокидывает флешку, но Дракен не успевает его поймать. Просто байтя Дракена со всех сторон в смоке, ставит бомбу. Нет, это фейк. Выходит из дыма, его забирает Снатча. Это 6-й для Virtus.pro. Было близко, но как же там раз за разом Дракену не везло. Мог он забрать игрока на тикете, на самом деле, там в первом выстреле, но не попал. Очень сложный выстрел был. И Ancient что, будет закупаться сейчас? Форс-бай делать? Ну, а счет позволяет, почему бы и нет. Почему бы не поиграть немножечко дольше? Расти. Просто ничего не покупал до последнего. Ой, сейчас закупился. Да, играют 4 дигла и ЦЗ. Есть раскид у Плопски и Расти. Но тут Virtus.pro вполне вероятно доберутся до 7-го, 8-го, а то и может быть и до 9-го раунда. Кто его знает, как Ancient распорядят свои экономики в дальнейшем. Да, можно и отпустить Virtus.pro. Выход с ковров, с ямы, точнее, на контакт, флешка, Калишус, под нее хоронит двоих, но патрон заканчивается в его обойме. Да, далее Веги падает после одного фрага, 2 в 3, смок от Расти, далее флешка. А где у нас Дракен? Он в андере, он сейчас будет заходить в коннектор, так. Какой тап от Расти, сейчас Дракен, по нему инфы-то нет, он может с коннектора здесь и удивить своей позиции. Да, и уже вся эта ситуация выглядит очень интерестинг. В принципе, с коннектора Дракен может и двух игроков забрать. Слышал он десант от Снакса, ждет его Снакс. Не заставляет себя долго ждать, выходит на Дракена. И эту перестрелку выиграть он не может, потому что Дракен он снес всего 27 хп. Перетяжка по точку Б, Снач ее слышит, но не верит своим ушам. Он не верит, что это Б-сайт будет. И такой раунд, значит, практически нереально взять. Это раунд за Ancient. Вот так вот на диглах спокойно доработали они команду Virtus.pro. 16-6 Ancient выходят в плей-офф. Поздравляем коллектив Дракена и компании. Они молодцы. Фредди Би и компании, как можно назвать? Ну, наверное, просто команда Ancient. Да, на этой карте, например, Расти был топ-фрагером. 26 на 14 сыграл. То есть, как мы уже говорили, каждый из них готов включаться. Очень смешной момент, когда ты говорил, у Расти только две позиции. Ну, типа, в какой он? Он либо под коврами, либо в сэндвиче. И постоянно выбегает.